Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео расскажу вам про супер першинга в 2020 году. Вот это новинка, да, не ждали. Что это вообще такое? Супер першин в 2020 году. Какая-то лепешка засохшая, которая там не ездит, не пробивает, не попадает, не танкует, не фармит. Вообще льготный мусор. Льготные танки убили лет 5 назад, все, сдохло. Что ты нам тут вот это вот показываешь? Но... Покатался на этом супер танчике, поскольку он супер першин, он, наверное, ж супер. Накатал 20 с хвостиком боев, великолепный процент побед, великолепный баланс на льготном уровне. Очень часто кидает к пупсикам 7 уровня, под которых и заточены льготные танки. Они прям созданы для того, чтобы унижать всяких там ИСО, КВ-3, каких-нибудь там комитов, там Т-43, вот это вот весь мусор 7 уровня прям в кучу заребаешь, перед супер першингом ставишь, танкуешь и убиваешь их от башенки, все отлично. Но так бывает не всегда. Сразу оговорюсь, что если вы играете на льготном танке и вас не кидает в топ против семерок, восьмерок, вы играете всегда против 9 уровня, это означает, что балансировщик сейчас не в том состоянии, чтобы кидать вас в топ. Что-то на него влияет. Акция, выходной день, праздник, включение или выключение какого-то режима. Балансировщик очень чувствительный. И когда льготный танк кидает туда, где он должен играть, он и показывает свои плюсы. Супер першин. Бронированный лоб, хорошие УВНы, достаточная точность, пробитие. И с остальными параметрами в принципе все хорошо. Нормальные обзоры, ДПМы. Единственное, что у него яркий минус, это нет скорости. Но это очевидно, 2020 год, вы уже должны знать, что першинг не едет. Но дорогие разработчики, прям с усердием, прям приложили все усилия, доставили нам на основные сервера новое оборудование. И в этом новом оборудовании есть замечательный турбонагнетатель, турбоускоритель, с которым супер першинг едет офигенно. Он не отстает от тяжей, он не отстает от медленных СТ, он едет вместе со всеми. Это офигенное ощущение, когда ты на супер першинге едешь со всеми участвовать в бою. Ты можешь поменять фланг, и ты в принципе можешь влиять на исход боя, потому что ты можешь в нем участвовать. Старый супер першинг едет все время сзади всех. Пока ты едешь на один фланг, ты уже и на него не успел. Если надо поменять, то это все, короче, уже бой закончился, ты только начинаешь думать, менять или не менять. На этом же супер першинге ты реально успеваешь поиграть в каждом бою. За исключением тех боев, где ты сам ошибся и заехал не туда, где происходит бой. По прямой под 40, в принципе, на супер перше можно вполне себе ехать. Что, казалось бы, немыслимые цифры для такого корыта. А дальше, приехав на позицию, начинаем пользоваться нашими плюсами. Крепкая лобовая броня. Ромбики ставить на этом танке нельзя. И пользуемся УВНами, играя от башенки. Единственное, что корпус можно доворачивать только в том случае, если не видно ближний к врагу борт. Поскольку если будет видно, то он пробьется под любым углом. Конечно, иногда супер першинг перестает танковать, как и любой бронированный танк в игре, поскольку присутствует лютый ВБР, который иногда улыбается вам, а иногда жопу показывает. Это суть игры. Итак, давайте разберемся с двумя наборами оборудования, которые я подобрал на этот танчик. В принципе, здесь выбор не сильно большой. Досылатель, стабилизатор и турбонагнетатель. Если мы будем играть еще и с доппайком, у нас никаких проблем у танка не будет вообще ни с чем. Ни с точностью, ни со сведением, ни со стабилизацией, ни с обзором. Все будет замечательно и четко. Но если мы будем играть без доппайка в такой сборке, немножко не будет хватать обзора, немножко пушечка будет корявенькая, но мы будем ездить со всеми и везде успевать. Тут уже выбор ваш. Хватит ли вам скилла играть без доппайка или не хватит. Я в принципе откатал 3,5 часика на супер перше без доппайка при такой сборке, нафармил нормально так серебра. В каждом бою участвовал, процент побед высокий, танк вполне играбельный. Также еще есть вторая сборка, под которой я тоже поиграл. Досылатель, улучшенные механизмы поворота и турбонагнетатель. Все то же самое, только стабилизации чуть меньше,
маневренности чуть больше. В целом я разницы между этими двумя сборками не сильно заметил. С улучшенными механизмами поворота не сильно заметно, что танк бодрее поворачивается, поскольку проценты там всего лишь скромненькие 10, это не ярко бросается в глаза, а вот то, что стабилизация здесь 10%, в отличие от стабилизатора вертикальной наводки, в котором 20, но я и с той сборкой вполне себе хорошо играл. Но мне показалось, что стабилизатор вертикальной наводки заметно лучше дает стабилизацию, что дает более комфортную стрельбу. А вот никакой особо лишней скорости или маневренности с улучшенными механизмами поворотов прям слишком сильно ничего не заметно. Оно по-любому дает какие-то там свои 10% маневренности, но в самом бою это не сильно заметно. И при такой сборочке в целом Супер Першинг в среднем при победе фармит 75-80 тысяч серебра. Если делать 3000 суммарного урона плюс ассиста, то примерно выходит там 75-80 тысяч серебра с прем-аккаунтом без каких-либо резервов. Если мы наносим 3000 урона в ближнем бою по своему засвету, ни с кем не делимся, то мы получаем примерно 80 тысяч серебра. Если мы с кем-то начинаем делиться, с расстояния настреливаем по чужой гусле там, или по оглушенному танчику, там серебро немножко проседает и получается где-то 70. Ну и если мы там где-то 1000 урона нанесли, что-то там 1500 посвятили, 60-65 тысяч серебра мы свои получаем. Если будем пользоваться только маленькими ремками и аптечками. На льготном уровне, в принципе, арты не так уж сильно много. И если прям специально под нее не подставляться, особо какого-то напряга я не заметил. Опять же, если мы будем использовать допаек, комфорт танка, конечно же, возрастет, но мы будем каждый бой за это расплачиваться серебром. Тут уже решайте сами. Ну и за поражение, когда идет слив, обычно получается настреливать побольше, поэтому в каждом сливном бою у меня получалось по 60 тысяч серебра, потому что на меня сами враги ехали, я их расстреливал, получалось нормально настреливать, вот и по 60 тысяч серебра выходило. Если есть скилл и адекватная оценка каждого боя, в принципе это танчик играбельный, фармит нормально серебра. Главное, чтобы не кидало постоянно к девяткам. Меня кидало к девяткам, но там всего пару раз. Да и то там такие девятки, что смешно было на них смотреть. С их-то скиллом надо на втором уровне играть. Казалось бы, танчик очень старый, но до сих пор вполне себе играбельный. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.